В очередном туре чемпионата российской мужской волейбольной высшей лиги А клуб «Тюмень» принимал челябинское «Динамо». Уступив в первой встрече 1-3, сибиряки были близки к реваншу во второй. У вас более, скажем, опытная команда. Вот, команда, которая более опытная, конечно, она допускает меньше ошибок. Но сегодня были моменты хорошие и с вашей стороны, и с нашей стороны. Соперники обменялись победами в первых двух сетах, после чего «Тюмень» уступила две концовки подряд. 24-26, 25-27 и снова 1-3. Мы очень сильно прибавили по сравнению с началом чемпионата, это видно. Ну, так повезло, так случилось, что нам попался Челябинск. Попадись другая любая команда, я думаю, у нас не было бы проблем в этих играх. В следующем туре 27 и 28 ноября Тюмень на выезде встретится с Тарханом и Стерлитамака.